На дворе конец ноября. На дорогах уже лежит первый снег. Очень скоро на улицах города совсем похолодает и начнут образовываться ледяные покровы. Однако столь быстрая смена погоды, а также старая летняя резина на колесах очень часто становится причиной многих дорожно-транспортных происшествий. Не каждый водитель уже успел поменять зимнюю резину на летнюю, поэтому в шиномонтажах нашего города образуются немалые очереди. Сейчас зима как бы наступает, многие не успели переобуться. И вот последний момент, как всегда, начинает все перебываться. Ну, обслужить получается машину где-то получается от 10 до 15 минут, в зависимости, что делать. Ну, если полная переобувка, ну, минут 15 будет. В день примерно через нас, ну, обслуживание проходит более 100 машин, 150-200. Вот так, ну сколько успеваем сделать? Работы в шиномонтаже по-настоящему хватает. Клиентов достаточно много. И все нужно сделать очень внимательно. А главное, качественно. Ведь безопасность превыше всего. А своевременная замена резины – это кратчайший путь к созданию безаварийных ситуаций на зимних дорогах. Несмотря на большой объем работы и возникающие очереди, работники стараются все сделать оперативно, за что получают благодарность от клиентов. Ребята работают молодцы. Я, в общем-то, здесь все время перебываюсь, так образно говоря. Но в этом году слишком теплая осень выдалась, и тут резко снег. Вообще, я уже в ноябре езжу на зимней резине. Ну, вот сегодня так. Даже если бы снега не было бы, все равно, наверное, была бы очередь. Ну что, ну, когда сезон приходит, всегда так, поэтому ничего тут страшного нет. Езжу все время сюда. Все хорошо, все красиво, все быстро. Так что машиночка вы это самое. Ну, сегодня, как говорится, что, пока гром не грянет, у нас не перекрестится, да, хотя еще это... Вот, а так я заранее все как бы меняю, поэтому, ну это сегодня снег пошел, поэтому народ быстренько это самое поехал, вот. Да все нормально, тут как бы все хорошо. Напоминаем, что очень важно успеть поменять старую летнюю резину на новую зимнюю. Сделать это нужно до 1 декабря, поскольку уже с этого дня за несоблюдение установленного правила водители будут привлекаться к административной ответственности. Успейте позаботиться о своей безопасности.